Войд поставит МП-5. Окей. Гавар, не забывает отключать на силу атаки. В принципе, все. Бафы все раскидываем. Гавар, особо тебе знать не надо. Выходит первый босс, мы его, как обычно, забиваем. Слобода сливаем. Второй босс выходит, убиваем червей. Все как обычно, ничего вообще особенного. Женя, гильдейский банк поставь, я рукожоп забыла самое главное купить. Масло! Да, кстати, масло, блядь, где оно нахуй? Сколько? Ладно, все. Там, локал. У меня есть еще. Да мне масло дай! Бля, ну на, у меня только... Ладно, на. Да мне одного, на один заряд даже хватит. Сколько? 260 голд пишет. Грабеж. Сопроты взяла, а масло забыла. Ну, хилам лучше сопроты, я думаю, что пить. Ну, хотя хуй. Да, масло я накидаю. Так, ладно, все, все готовы, у всех все есть. Давайте идем на групплуте. Бля, сам настой не выпил. Бахаем настой, мажем масло. На групплуте, если вам надо на офф-спек, не дайте. На основной спек не дайте, дальше разберемся. Иначе шмотка расчарится нахуй. Чтобы она не пропала, все не дайте. Локал, дай сеску. Так, 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 так. Что там по бафу? Ой, нахуй это сделал. Ладно, у всех все есть. Запускаю босса. Становимся полукругом. В центре для хилов место оставьте. Упор друг другу не стойте. Чтобы, это, чтобы не полутать вместе огонь. Да, набухивайтесь, панда. А ты один панда пойдет? В смысле, а Коба ебать? А Сарижа? Нихуя, сколько панд? Три панды бесполезные, ни один баф, блядь, тебе группу не дает. Дамажат нахуй, они дамажат. Бесполезные. Хотя бы кто-нибудь Бладельфа сделал, не знаю. Нежить, нежить заебись. Для Монки! Бесполезные вообще. Не произнеси его имя. Ледринычку для выноса. О, огонь мирик. Осторожно, мирик, огонь мирик. Там ты можешь сразу Гавар здесь бежать. Здесь он не в центре, он как обычно несет. Полетел снова. Лорд Эдел на Кате. Слили снова это быстро. Бегом. Катя, ну блять, БР. А, нет у нас БР. У меня есть камень. Ну это хуево, смотри же умный. Вы че, блядь? Сгораете в огне. Что за хуйня началась? Сейчас Снобаль полетит. Снобаль в РДД. Залейте. Ебать, чё он половинчатый появился? Что за хуйня? Умерла вместе с ним. Все понял. Я типа выбегаю, у меня передо мной просто три лужи. Сейчас Снобаль полетит, пытаемся. Подавана прохиливать? Снобаль, Снобаль, Снобаль в РДД, ага. Залейте Снобаль. И Идрс я заливаю. Да, я видел. Поехали, после ночи. Выбиваем. Пробафите, потом у нас бафы скиньте. Два человека умирало. Прохилите, подавай, нажить на флаг. Потом ему... А, у нас Боб дашь? Боб. Да, здесь только один пал. Боба-боб. Ждем, сейчас обдотываем огненную. И потом кислоту. Сегодня ага, в кислотную поехали, поставил метку. Гера у нас нет, да? А, есть Гера, давай. Есть Гера. Разжимайте там приплоты, всю хуйню. Накопим жук какой-то. Что он немножко раньше набираем. Сейчас полетят плевки, хилы готовьтесь. Сейчас оторву агро нахуй. Напуливайте. Давай, ты должен добить. Шепарда хильте. Шепард в луже, что ли, стоит? Отойдите немножко от лужи, максимально вправо. Шепард, ты походу лутаешь, в лужу стоишь. Да не в луже, он его бьет в змей просто. Ну, может быть. Все, убили, отлично. Поехали, огненно. Когда будут плевки, я скажу, нужно будет разбежаться. Разморозить можете? Наебать, поэтому сразу раньше набейте. То, что нету, здесь... нету. Сразу раньше набирайте. Что же хуйня, лужи подо мной не было, я умер, блядь, под ней. Да все, тихо. Брызги 12 секунд показывают, но внимательно смотрите, может он раньше плюнуть.
Брызги полетели, разбегитесь. Нормально на Сарижу. Сарижа, там... Сарижа, Кобу можешь разморозить. Сарижа, тихо, Сарижа, сделай блинк. Ладно, поздно. Эпоха. Давайте. Ну, спрячь, что он еще раз побежал. Тут уже по брызгам не могу вам сказать. Полетел брызг в кого-то. Опять Сарижу. Ну, прохиливайте. Все, в центре появляется, практически отбежали. Там кто смог раньше, наберите. Скоро выйдет еще основной. О, это трех. Сарижу, иди оттуда. Сейчас, да куда ты бежишь под морду? Все нормально. Все тихо. Давайте внимательно все отбегаем. На сторону орды перебежали. Так, в разные стороны будет. Поближе к боссу, держите. Сейчас вдохнет, готовься к вам. Ну чё там? Сейчас прыгнет уже. Готовим сейчас отлетать к боссу. Полетел Кобу. Кобу показываю на карте. Все налево бегите. Хорошо, заливаем. Отлично. Еще разочек, наверное, ему пиздец. Сейчас дыхнул. Сейчас дыхнет. Я увидел. Дыхнул, Коба. Ага, хорошо. Полетел. Внимательно смотрим. Локл на тебя. Сбежали все от локла. Все направо. Хорошо. Все, ебашим. Да, на локла я уже не догоню по DPS. Ну если на него боб повешать? Да, так я и не разгонялся. Ну все, все, не выебывайся. Да, у тебя был шанс обогнать меня на первом звере, пока я от луж бегал. Все, 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 все. Тише, не надо, крой. Больше не вижу кого. Не вижу кого бежит. Шепард, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Не написал мне, но. На войде он бежал. Шепард вроде. На Шепарде он был. Он мне на войде показал. Не суть. Не дайте, вот, что нужно. Профы не дают, только те, у кого есть это проф. А, даже так, да? Коба. Если вам на трансмоге, вы не откажусь тыкать, а не гините. Я просто нажму не откажусь, потому что... Кавар. Сейчас расплавить можно. Да, дайте запы лучше Кобе, он нам в Каражане нужен будет, если что, как там. Ну, тут... Ну, сегодня, да, Есенина не будет. Коба забрал, на ремень, Катя. Ну, ремень я нажала, не откажусь. Дорогу не буду ради двоих ставить, запускаю. Давайте на костах танк, Пуржу, я и Мак ворует. Вдвоем. Хил, не отвлекайся, хил. У нас БЛа нет, не будет. Ну и чё, мы в прошлый раз без БЛа убивали. БР 4 минуты. Никто не умираем, пожалуйста. Это... Увидеть стаки вы крикните, потому что вот мне прям сложно иногда стаки увидеть, намного на что смотрю, а стаки пропускаю. Я, если что, крикну. Хорошо, хорошо. Где этот хуй? Ой. Ворота, играем приоритетно гавар. Будет появляться ворота и вулканы. Убиваю сначала ворота, потом все существа, которые с него вышли, потом опять босса. И так пока. Да, если... Подаван, если что, может подводить босса к воротам. Да, 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 подаван, подводи, больше урона выйдете. А можете поспамить, когда 10 секунд до начала боя будет? Да. Ну, у тебя ДБМа нету, что ли? Он пиздит, он показывает 26 секунд сейчас. Я ши... Ну, всё правильно. У меня 30. Вот 30 правильно. 25. Я на 6 секундах запущу пул. Ага. Чтоб припот выпить. Что мне холодно, пиздец. Пизда, согласна. Да. Готов. Меня аж прям морозит.
А, блядь. Пламя сейчас будет на таймс. Врата поехали. Давайте, давайте ставим скинчиком. А, про хильтера кнопка. Телку сыграли. Сори же, нажми голову или убегай. Ага, точно. Телку заливаем. На мне. Стаки. Блядь. Стаки быстрее забирайте. А, блядь. Все. Все добили. Жрак, все поехали. Скоро пламя катит. Войда прохитит. Скоро будут големы. Сейчас ты там. Пытаемся големы. Поехали, вулкан. Быстрее. Максимально быстро развалим вулкан. И потом голема сразу. Любого бьет. Все, два. Дамажим голема. Войд, на тебя огонь. Войд, беги. Прохильте шепарда. Огонь через 3 секунды будет. Таки. Огонь, Кать, на тебя огонь. Ну все, добиваем, даже если ворота появится. Войда прохильте, добиваем босса. Давайте мы его быстро убили. Ну, сфера не даем, естественно. Распылить сферу. Что, запускаю, отходите от центра. Яды будем мазать, не? Ну, маш. Лишний будет. Ок. Войд, убери тотемы. Они даже не сагрили бы их. Ну, я бы что-то показывал, что они стоят прям очень близко к ним. Не-не-не, нисколько. Чтобы сагрить чемпов, нужно в упор подойти. Как раз сейчас Гера откатится. Локал, чё по СС-ке? 3 минуты. Ну, локал, как обычно. Угу. Что там? Рок, фал, хуйня. Ебать. Катя, ты рога контролишь. Все как обычно. Сейчас найду. Ветер. Слышала? Да, сейчас я его найду. Играем в ханта. Я тебе вот череп поставил. Не-не-не, череп убьем. Я взяла руку. Я Кате просто показывал, где рога. Да, играем в ханта, потом в крест, потом в ромб. Ну там по ситуации буду менять. Это ты мне охотницу выделил, рога, это Ирит. А это я уже поменял. Выбери рогу, и ты его контролишь. Да, я нашла. А чего ты не хочешь лока сразу, он ближе к нам стоит. Потому что локу косты можно бить, а ханту нет. А, ему да. По контролям Сарижа тебе нужно будет кидать полипала превращение, ну и косты бить ему, целево выбери. Войд, покидай магу, жабку и косты побей. Ага. Что там у нас осталось? Все, больше нихуя нету. Ну, Коба, покаяние покидай чернокнижнику, пока мы его не бьем. И все. И эфиры я скидываю массу. А я что делаю? Просто стою? Я про тебя забыл. Тогда это... Я могу рогу забрать.
Там петы есть, можно по петам оковы кидать. Не, кого я на мага садил? Лойда, да? Да. Да. Когда ты на маге сидишь, косты все сбиваем, а Войд покидав чернокнижника. Угу. Все так будет проще. Вот, ну все, подходим потихонечку. Туда прям летаем, у нас притяжка всего одна, это на танке, поэтому стенка на стенку побежим и развалим. Подходим все ко мне и общим стадом туда. Ну, подаван может к нам притянуть. Да какая нахуй разница? А потому что ханта будет стоять, или что? Ну да, потянешь к нам ханта, мы ему... Да вот моя максимальная ренджа гриппа. Ну вот, и все нормально. Даю время, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Все, тащи. Поехали. Геро, массовыми не бьем. Контролю скидывайте все свои. Владуха, у тебя играют, убегай. Прохилите Владуху. Долго стоит. Добились. Потом крест, крест, рядом крест с нами. Катя, Катя, тебя убиваю. Да я вижу. Контроли даем. Не забываем контроли. Блядь, ебать вас разносит. Убегать. Рога, что ли, убивает? Да, я не успевал на него кидать. Ну, меня сейчас маг играет. Нет, играет. Тут вообще никто не в контроле, вообще ни одного человека, ебать. Я бегу фир, давайте втроих, потому что я не в контроле. Вы что, сдавайте? У меня контроль сбивали массовый кто-то. Ветра никто не может сбить. Минус 2 хила. Ну это пиздец, что меня съедают, добивайте лока. Не, у нас вот живой. Добивайте лока быстрее, потом в ром. Молодец, фотки ебаные. Меня уже хиливают. Добивайте, добивай, я с диспелем, добиваю. Ебать, ну пиздец, что мне сказать. Катя, я не понимаю, что ты с ветров не начинаешь. Нахуя ты корни? Я ветерок и кинула, он кончился, я сразу корни. Еще один, ну ладно, согласен. Я не знаю, кто хуярит массовый. Я вот кинула корни, и кто-то кинул массовую, и все. Я не хочу на магии сидеть. Это хуйня какая-то. Да ебать, у него столько школ магии, блядь. Я сбиваю одну, он сразу вторую кастует. Тебе надо... Бог. Блядь, ну что, ну ладно. Он много там не снесет и с одной кастанет. Проблема была, сейчас рога всех вырезал просто. Кто-то ебашил массовыми. Вот я даже могу сейчас открыть урон по роге и посмотреть. Как она там называлась, блядь? Ириэт, да? Ириэт, шаг в тень. Рога, варпал, ОЕшками. А нахуя вы так делаете? Вот, блядь, 21 тысячу нахуя, Коба. Я понимаю, что ты крутишь, но я же говорю, не юзайте массовый, нахуя. У меня Т4 крутит само по себе. И у меня Т4 крутит, жажда смерти. Вы чё? Я же фу. Тебе ничего такать не надо, он сам ебашит массовый. Ну, жажду смерти прожимаю, все, 30 секунд, 2,5 секунды каждый. Ну, так не наносится круговой дамаг. Так не нажимай. А, ну, здорово. Пока не нажимаем, потом уже, когда их 3-4 остается, уже тогда нажимаем массовые все. Жень, поставь рыбку, пожалуйста. Чисто здесь смысл в том, чтобы не сбить контроль. А не в том, чтобы больше урон нанести. Ну, 2 милика. До миликов вообще изи контролить. Вот такого вот убежания. Давайте, Катя, ты ДКшника контроль. Что там, блядь, у нас? Блядь, ну залупа одна. Войд, не забывай ставить там это замедление туда. А замедление это что, земли? Не помню. Оков земли. Тотем оков. Ну, локал на дереве. Давайте тогда вара. Давай, Кать. Не, хуйня. Так, Кать, вара по контролю, а мы ДК сорвем. Вара, окей. А там охотница? Ну, я понимаю, что охотница. У нас контроля второго в милика нет. Вот, Сарижа кидаешь в паладина контроль. Есть оковы. Да, оковы такое, типа, хуй знает. Вар еще их снимает, по-моему, кстати, и рывком может добежать. Так что лучше его контролить. ДКшник тот же притягивает, что оковы помогут, но не очень. Ладно, не суть. Сарижа на маге.
Войд, твой тогда ШП. Ой, да, напали, сори же, да. Войд, твой ШП. Что у нас осталось? Нихуя у нас не осталось. Ну, ханта просто терпим. Коба F, ханта можешь пока не дать, если достаешь. И все. Убиваем сначала ДК, потом ханта. Потом... Где, блядь, она? Потом ШП. Все, все покушали, набухались. Вообще скину. Подошли. Да и время на полды поехали. Ну, Геру дашь по откату. Поехали. Массу не бить. Геру. Владуха, ну если у вас играют, бегайте, вот Шепард, тебя хуярят, просто убегай, лучше ты не умрешь. Как вы умираете, Роки, постоянно? Подаван сейчас умрет, очень далеко, наверное, убежал. Добиваем, потом давайте не в крест, а в ром. Крест далеко сильно. Блять, не успел диспелить, никогда. Ну, ебать, пиздец, что я могу сказать. У нас просто два человека умирают постоянно. Сразу же. Ну а чё, Рога не может кош прожать, ускользание? Я не знаю. У нас в Роге может что угодно. Ваниш нажать и кош, и на спринте убежать. Но они поят, умирают. Там своего я ебал. Тут не ваншотит, как в ВВК 25, тут они удара 3 должны нанести, прежде чем умреть. Нет, насрать на эти плащи, мы все равно заберем плащи с ВВК 25 и кары гер, так что мне на них как бы пофигу. Да я пытался диспелить, мне фир в этот момент кидают, я раз не смог, два не смог, пиздец. Да хуево, что один на нас толпу идут, блядь. Ну, а тут по-другому никак. Если бы был холипал, мы бы могли увести ДКшника, но тут его нет. Ну, Жень, у меня на друиде 40 метров есть ранжа, я могу хилить. Этого мало. Этого мало. А есть дживс? Поставь, пожалуйста, регику. Да, еще. Вас начинают бить, вы сразу на ногу. То, что вы умрете, лучше не станет. Они, когда вы убегаете, они все равно на вас сидят, пытаются вас догнать, но они другого никого не дамажат. Закупитесь сразу регами, починитесь. Так, я все скину по бафу, нихуя не скину. Так, что там, все поели? Все поели, все готовы. Даю отчет. А, подожди, что, нихуя не расставил? Куча тряпок. Что там, ДК? Ну, Катя, твой ДК тогда контролишь. Я на самуле посижу, может, косты позбиваю. Сейчас, подожди, что поймем. Давайте Лока заливаем сначала. Потом мага. Потом приста. Так вот. Давай, да, давай на самоле посидишь. Войд, твой тогда маг. Скидываешь ему контроль весь. Сарижа, кидай в ШП превращение. Все, массовыми не бьем. Стараемся там ничего не вливать. Быстренько тряпку сливаем. Поехали по тряпкам. Дальше легче будет. И бегать не забывайте. Что у нас с Герой? Хуй, ну без Герой, что бьем. Отца забыл. Поехали. Косты свои феры что-то сдавайте. Вот, есть стать. Катя, у тебя играет. Я пыталась убежать. В крест, а у нас два хила первые умерли. Ну, я не знаю, что делать. У нас то ли контроль не кидается, то ли что. Меня сели, блядь, сразу же тучку. Меня все, меня не могут убить, они ничего не могут сделать.
Не, ты сам видел, я убегал, меня притянул ДК и ваншотнул. Ну, да. Ну, не ваншотнул, конечно, ты уже пол... Они как один челик играют, нахуй, в одну цель, блядь. Ты уже к тому времени, когда тебя притянул, почти мертв был. Так бы он тебя не соншот. Я пыталась отхилить остальных еще. Не знаю, это был очень простой сетап, ебать, а хуй знает. Жаба еще промахнулась, блядь. Хули у Хилата меткости нет. Да, умирайте, кто не умер, быстрее. Быстрее зайдем, быстрее потравим. Сейчас Гера откатится. Еще рыба кончилась, рыбу ставлю. Еще раз починитесь у Джиса. Давно мы так не ебались. Хорошо вчера. Я имею в виду с, именно с чемпионами. Мы их, блядь, уничтожали в прошлый раз просто, блядь, за секунду, наверное. ВПС сейчас не намного ниже. Потому что червя мы убили за закопки. Хорошо. Это заебали быстрее, блядь. Ой, блядь, Милликов, чё, от Шамата Энг, блядь, ёбаный там, да? Ну, Энг изи контролит, у него вообще только шок, блядь, из мозга вылакать. Постарайся, вот. Сейчас, какое они... имя у него? Энг, Шабат, Шабат. Угу, Шанай. Вот. Туда вливаемся, чем на книжника, он ближе, тупо. Потом уже приста, у этого ханта, потом мага. По контролю локал также. Холи Пала контролит Сарижа. Мага, блядь, давай мага Войд контролит. И что там у нас остается? Нихуя. Давай тогда на Холи Пала садится подаван. А маг, ты контролишь охотника. Хорошо? Все отлично. Ну и все, в принципе. У нас так-то на каждого только по одному контролю. Так что вы смотрите внимательно. Так, что, все поели? Да, все поели. Даю отсчет и поехали. Тряпка должна вообще отлетать очень быстро. Сейчас с Герой мы его уничтожим. Массовыми не бейте, предупреждаю еще раз. Поехали. Все, убивайте, контроли скидывайте. Все, я бегаю. На мне шабат сидит, шабат. Все, вижу за контролем. Все, крест, 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 поехали. Ёбаная кошка, отъебись от меня нахуй. О, она таунтится. Да, она ненадолго. Ну все же. Да, на мне Пал еще сидит, ебать, контроль. Но... Он не бьет тебя, он хилит. Ну, страшно, сука, все равно. Давайте быстрее. Мага, кто контролит? Скидывайте мне. Да, роги там. Забыл, что у рогов есть, блядь. Хуйня тоже, кидайте ее. Замешать не стоит. Том ром. Да ёбана, что так больно? Как тебя он любит, а? Да я вижу, я это... И щиток даю, и, блядь... Хилки себе все даю, и... Диспел стан? Сорян. Отъебись ты от меня, ёбаный такой сет. Вот он бы на любого другого, блядь, как обычно сел бы, у нас бы кто-то ответил. О, ну на любого человека. Вижу, конечно. Добиваем, потом в Мирик сыграем в шаба, шабада. Блядь! Бегу, давай-давай! Быстрее, нахуй! Сука, блядь, долго кастует. Потом шабада играем. Шабада, поехали. Можно массовыми бить. Обновишь? Можете массовыми бить. Все, не контролю его туда. Все. Хорош. Сбил. Не ссыте, не ссыте, он не бьет, он хилит. Я вернул, чтоб он не бил. А я на сбивах, нормально. О, бля, лягуха. Вилану. Поехали, лягуха.
Бан? Отлично. Ну, каст, хорошо. Горькая очень. Неужели, блядь, три не еще и две нахуй сразу? Говно, конечно. Вау. Отмещение на рогу пойдет? Ну, если у тебя не докап мастера, то да. Блядь, у тебя череп есть. Череп и тринька с острова. Все, тебе больше ничего не надо. Плюс. Типа, вот у меня, например, на ДК много сакетов мастерства. Я бы себе взял его, все сакеты поменял бы на то, что мне надо, и я бы ушел в плюс. Но вряд ли у тебя такая ситуация в 242-м уровне. Ну, я просто нажму «не откажусь». Void? Че, Void зачем-то не идет. Зачем Void не идет? На инфо вдруг пригодится. Ну да, тоже верно. Сферка. Так, а кто забрал в итоге эту хуйню? Клятву мне она как не нужно ушла. Отмущение, а вон она, только сейчас подаван забрала. Подаван на зал нужно. Ну, Владуха писал, что нужно, дайте ему, мало ли. Да не надо. Вот. У меня 21, но я сокет поставлю, 26 будет метки этого мастерства. Ебать, у него нормальный тренит еще. Ну, мало ли у человека там не докап мастерства. Нет, я просто так спрашивал вообще. Да это для бичей тренит. У тебя охуенный тренит, если у тебя не докап меткости или мастерства, это, блядь, охуенный минус. Ты лучше будешь заебатый тренер менять на мастерство, чем ходить вот заебатый тренер на без меткости или мастера. Кто-нибудь сфера будет ловить, Жень? У меня 21 мастерство. Да, конечно, будут. Она 26, да, по-моему? Да, 26. 26 у тебя. Сфера, блядь, у нас может половить только Гаур, наверное, по ХП. А, ну Коба, ну, бля, хуй знает даже. Оба ну, хорошие. Коба да. Бьет больше, чем Гаур. Ну, сколько там по другим боссам нас смотреть? Лучше шмот на танка одевать, чтобы точно был. Я не могу по другим посмотреть. А у обоих есть танкоспек. А у тебя есть Гавр танкоспек? Гавр. Можешь? Да, есть, он спекается уже. Да, будет отлично. Ты умеешь, да, ловить? Не нужно тебе рассказывать, как это делается. Гавр. Не знаю, посмотрим, сейчас попробую. Ты уже делал это? Когда я буду это делать? Ну я вот и спрашиваюсь, не знаешь, я немножко объясню. Вот тебе нужно, вот, видишь, луну поставил, примерно вот в этой локации вот так вот двигаться. Вот здесь. То, что там в других сторонах, тебя не волнует, тебе надо только эти ловить. Там ты просто везде не убьешь. Мне-то надо тогда темную брать, наверное. Да, тебе противоположную нам всегда. То есть мы меняем на темную, ты меняешь на белую в это время. Всегда противоположную нам. И ты ловишь только темные сферы, белые пропускаешь. Белые на соседях. Mm-hmm. Ты их будешь ловить, ты будешь урон лутать. Смотрите внимательно, как цвет будет менять, прохерить. И когда будет... Допустим, дамаг летит белый, массовый, когда босс прожимает спецспособность, по тебе будет большой ДПС проходить. Нажимай, и что там у тебя глухая, или что там у тебя. Угу. Вот, нажимаешь, чтобы меньше тебя дамажило, и все. Тебя так и проходит. Роги напуливайте по КД просто. Да, КД. Немножко дадим время, там, секунды две, и можно дамажить. Давайте, даю отсчет. Что там, набухивайтесь, панды. А еще ложный выпад тыкайте, роги, пожалуйста. Да, они очень вас сейвят. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ждем, никто не дамажит. Дайте хотя бы 1150 набить. Все, поехали. У нас летит сфера. Осторожно, захиливаем, все по колоку. Скоро спецпоставность через 10 секунд. Дайте по локу что-нибудь. Не хильте, ебать, помогаю. Поднимаю. Все, лок. Меня сейчас валькирия зажжет. Не бей пока. Поменяли цвет на темный. Дамажим белую. Бля, близко сильно вальки. Гавр, цвет поменяй. Да, у тебя сейчас гавр должна быть. Белая. Все отлично. Перебегаем, нажмешь айсбаунд.
Ты сейчас сверху ловишь. В упор прям к нам не лови, потому что они куда-то взрываются. Так, немножечко позабить. Спецспособность 8 секунд. Готовимся. 2 секунды спецспособность. Поменяли цвет на белый, намажем темное. Да, как цвет. Да, сбивайте любой человек, сбивайте. Перебегаем, нажмите свои выкики, у вас есть свои любые. Отлично, все. Блядь, давай нам не везет, конечно, по цветам. Опа, дай мне, пожалуйста, сальву. У меня уже нечем скидывать. Роги напуливать не добывает, у нас никогда на пулы я вижу. Спецспособность 5 секунд, готовимся. Ничего не меняем, нужно будет сейчас прожаться, Гава. Прожимайся. Прохиливай тебя. Все хорошо. Не лови белый, Гава. Ну, темно, отлично. Ну что, свечение ебать? Там красный бой, да ну уже не нужно. Ну, фэнты, ебать. Вот они мои сладенькие, блядь, да наконец-то! Я бы взял. Да я бы тоже взял, блядь. Берите, не жалко. Ну хуй знает, типа он мне... Ты его прямо сейчас оденешь? Ну у меня, я не помню, что у меня по статам на мече 245-м СВК. Ну, я поэтому говорю, что я бы взял, и нужно посмотреть. Мне типа он на будущее, не сейчас. Ну я рольнул там на Элема, блядь, охэн. Хотя там щит. Откройте, там посмотрим, кто что заберет. Хотя я тебе сейчас нос сломаю. Ебать, у вас отношения, конечно. Ты у него ботинки спиздил. Зачем? Так, кто там? Войд забрал. Да, ну с меткой. Так, что, кому там надо? Да! Ну, я думал себе взять. Кто там? Да, дай Локлу. Мне такое, типа, еще могла бы пригодиться. Нет, ты себе возьми, потому что у тебя пуха так-то 232-я. Сейчас да, у тебя есть. Она это с меткостью, я не одену это в хэнд, только если меткость проебу где-то. То есть он хуй вообще такой, типа, небольшой шанс, что ее одену. Так что забирай. Потому что у меня 245-й меч, я не помню, что по статам. Если там чуть хуже, то я не буду надевать. Войд тебе отдаст. Ну и выбьем еще похуй. Ну потом отдашь, если. А ты можешь его осмотреть сейчас, если помнишь, где выбил. Да, я вот сейчас и смотрю. У меня такое, типа, его сейчас одевать не буду. У меня там кинжал, в принципе, есть, но на Элем. Ебать, ты Элем, а Энха сразу нахуй. Ну, блядь, да там еще нихуя не собрано, блядь. Я думаю, арбалет 4, вчера, да. Ой, это СВК-25 выпал, лук там, арбалет. Что, блядь, не падает нихуя на хила. Кстати, пухи дальнего боя силовые не падают, да? Только на локоть же? Да. Да. Танковские падают на силу. Представь ханта качка такого, блядь. Не, просто что вары, они, получается, тоже ловкость забирают, чтобы уж нихуя нет. Ну да. Не, есть силовые метательные. Да, они с защитой. Там не только. Ну, вроде. Все равно даст меньше статов, чем те, которые с ловкостью. Ну да. Давайте там хотя бы с пятой попытки убьем. Не с пятой. Надо сразу убивать, чтобы было 45. Там это меч или топор. Как это с 25? До 25. С 45 плюс 2 трофея. А, да? А, значит, похуй, траем. Мне похуй, мне этот меч нужен, и все, я готов к карри прям полностью. Вон этот Джанки сролился, дурочку с РПБ. Заебато, СВК-25. А, ну, типа, для танка она говно. У него по меткости, он сокеты в меткость будет вставлять. Да? А ему бы вот эту вот двухручку сролить, которая в ИВК-10. Да-да-да, а так вообще, ну, типа,
Он стамину проебет. Мне этот оффхенд, короче, вообще не заходит, потому что у меня будет перекап меткости и отсутствие крита. У меня тоже перекап, поэтому он типа лежать будет до тех времен, вдруг я какую-то шмотку с меткостью сменю. Вот я про это. У меня не то, что перекап, типа, у меня будет примерно 17% как раз четко без таланта. Но у меня не будет, я тогда потеряю просто сотку крита. Мне таланты нельзя убирать, у меня там снижение. Потеряю сотку крита и потеряю 20 хосты. Ну все, так, блядь, это... Не меняй тогда, дайте войду. Юный элем, нахуй. Так, ну как же будешь, как я, начинать с оффхенда, блядь, с духом? Что, договорили? Скорость меткости. Все, можно рассказывать? Да. Босса начнем бить, кто тут не был, объясняю, выходят мобы, как и везде. Бывают два моба. Одного я контролю дальнего, второго убивают. Когда под босса затянули, только тогда начинаем бить, а не когда он еще там где-то бежит. Моба убили, я расконтролил второго, его тоже подтянули, убили. Там по два, но тебе никаких притяжек нет, поэтому сам там лпху сдаешь первого, а второго опять убьешь. Вот. Потом выходит вторая пачка. Точно так же контроль убиваем, но смотри, Гавр, у тебя задача специальная здесь, потому что ты единственный с акром есть. Когда подойдет вторая пачка мобов, сам, или я тебе скажу, если не забуду, тебе нужно босса сагрить, ну, вот так вот сразу на рыже стоишь, агришь босса и ведешь вот сюда, вот так вот потихонечку, лицом, чтобы ебало тебе не откусило, прожимаешь на защиту что-то, если вдруг заморозит. Тебя Катя поражает, прохиливает, и уводишь в итоге вот сюда. Для того, чтобы ты, когда его сюда увел, он закопался и, ну, типа, больше... Ехал до нас, меньше сломал, хуже. Вот. Понял, Гавр, что нужно сделать? Бля, это очень интересно, но нихуя непонятно, да? Ну, просто оттягиваешь босса и туда уводишь, чтобы он закопался. Пока бегаешь, он тебя там не особо бьет, но тебя прохилит еще будут. Хорошо. Вот. И так на два раза нужно будет сделать. Когда он закопается, второй раз тоже первую пачку мы убиваем, все стоим, бьем, и вторая пачка выходит, я говорю, уводи, и ты уводишь. Все, больше не понадобится такого делать, кроме двух раз. Вот, намажу всю эту хуйню, босс закопался, скоробеев убиваем очень быстро. Смотрим на стаки, они сейчас скоробеев убил, стаки остались, все равно дамажат. То есть если у вас там 8 плюс стаков, не дамажьте скоробеев, ждите, пока кто-то другой убьет. Иначе вас просто начнет ваншотить. Били скоробеев, босс вылез, опять его поставили на лужу, продолжаем то же самое. Когда переводим босса, жуки продолжают вылазить. Мы контролем скидываем. Я ставлю метки сейчас. Ой, блядь, сука, ебучий ревод. А что у нас? Я контролю, Коба и Сарижа, да, может контролить. Вы объясните то, что там расовая способность. Сейчас я объясню. Вот метку ставлю. Зеленые метки. Когда мы перевели босса, вот когда мы перевели босса, первую пачку в этот момент, я говорю, заливаем, мы ее заливаем. Когда я говорю, сейчас все, мы начинаем контроль, мы начинаем контролить. Все будет предельно понятно. Вот, с трусов, блин, с трусов контролят. Я и первую, и вторую пачку, в принципе. А с лиловой метки контролит Коба и первую, и вторую пачку. Все, третья не должна выйти. У нас и контроля на третьей не хватит. Все, Коба услышал? Да-да. Все, отлично тогда. Так и делаем. Ничего нового особенного. Так, у всех все есть, все поевшие. У нас еще 18 минут фласка, должны за 18 минут убить. Давайте, подходите к боссу, набухивайтесь, я даю счет на пул, поехали. А кто сбивает сферы? Бля, дайте кулак по рогам, пожалуйста. А мы с Каской без кулака. А кулак вам кричать будут на АП. Походу, блядь, я сбиваю. То еще. Ты с пула бей, я собью, блядь, первый. А там дальше сами подбиваете на переход. Все, лак, давай, хорошо. Все, даю отчет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас ады пойдут. Ады пошли. Типа, что два с одной стороны, да. За контролем. Влились в ада, поставил метку. Все вливаются в ада. Второго тащу. Ебать, быстро убили. Второго тащу. Забираю. Притягивай ада. Все, поехали, да. Надо подождать.
Коба, дай по локу да что-нибудь. Да я сбросил. Это... Поздновато. Еще одна пачка сейчас пойдет, надо. Вторая пачка пошла. Посмотри, по ДПС мы можем... Пока не надо гавр, я скажу когда. Гавр уводи. Смотри, по ДПС мы можем в одно зарывание. Видишь, что ДПС купил? Гавр, таунти и забирай босса, побежали. И только не забудь взять. Поехали второго. Забираем. На лужу его можно отвезти? Гавр, ой. Поставь стан, если что. Дай стан, Коба. Ага. Все, он зарылся. Все, ну рядом. Близко, близко. Коба. Ну он меня заморозил, что он. Забегаем, забегаем, забегаем Владуха в лужу, забегает Владуха в лужу. На второго Коба дашь уже контроль свой. Ой, этот боб. Контроль дашь. Боб, знаете, да, как работает? Как в обычке. Ой, сорян, разбил хуёл. На мне. На, Катя, убегай, тебе дадут боб. Помогите жуков убить. Бьем жуков, да, не тупим. Катя, тебе боб, не забыл. Угу. Жуков херачим, стаков 8-6 у подаван, подаван, не цепляй жуков. Все, бегим, бежим в начало. Войт, на тебя. Еще лужа вот у воды. В нее бежим. Сейчас вылезет босс. Похуй, лучше забегу. Я еще бегу, заберите жуков только. Шепар, ты можешь. А, поздно уже, ладно. Давай, похуй. Да, он, в принципе, мог на воду убежать. Вылез, вылез, все. Добиваем скоробеев. Нужно обязательно сейчас добить скоробеев. Сейчас выйдут мобы. На гавра бежит. Ну. Сейчас выйдут скоробеи. Копатели вышли. Прям под боссом заливайте. Как он мимо идет. Убери-ка его, забери. Ага. Все, поехали, копатели. Второго тащу. Ебать, за Кобин стал, стан убили. Бегу. Должны, да, забери, забери, забери. Должны за одну закопку. Да, а, вот смотри, ХП. Смотри, его можно может быть сыграть. Можно и сейвового. Но если не сейвового, то под БЛ можно. Давайте БЛ, поехали. Бьемся в босса. Мобов, блядь, надо будет до конца убить первую пачку. Да, убьем. Проще добить будет. Вышли мобы. Ага, переводим босса, потом в моба. В моба сыграли. Хильте, хильте. Должны тут сами похилить. С тебя метки вой. Второго тащу моба, в него тоже что-то сыграли. Айсбаун задал. Блять, хильте, чё? Убейте моба, 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 моба. Поставил метку. Следующий контроль. Глыбу, кот. Следующий Коба, тогда контроль отсюда, которая близко к тебе, чтобы ты не бегал, а я с ромба. Вернули Сариза, вставай. Потейте. Есть какие-то прожимки, отдавайте на защиту. Любые вообще, все, что можете, съедайте пласту, все, что есть. Вышли копатели. Я обоих за контроллер, не бегай. Что за контроллер? Давайте, должны, можем даже до следующих копателей убить, но если выйдут, то оба, оба твои. Хил умер, потеем, стало потеем. Нормально, нормально, камень. Шепард, кож, кож, жми. Танка прохильте. Давайте, давайте, чуть-чуть осталось. Сейчас выйдут мобы, уже готовимся. Нужно будет все равно их законтролить. Могут кого-то съесть. Жень, дай на ману. Даю. Тайминги. Не даже не до него шли, могу, хорошо. Изи. А? На танк-латах? А чё я... хуйня, забирайте, парни. Меня, пожалуйста. На рогу ничего не хотит падать. Ну чё тогда, сейчас там ещё второй сундук. Ну, голова, смотри, сочная какая. Сундук. Ну, топор на меткость скрит. Топор надо. Чё я его не вижу? Всё, всё, сюда его, блядь. А ты трофей убери, всё. На рогу ничего не упало. В смысле, я этот лут вообще не вижу. Я вижу. Ну, этот предмет пока не разыграли. Я их даже не смог разыграть. Что там выпало? Там да. Упал топор. Четыре трофея, топор. Что-то еще было. Топор, ну, дайте, конечно. Пожалуйста. Скорее всего, из-за того, что я лежал далеко, меня не резнули, и вы залутали сундук, и я его даже не увидел. Нет, не должно было быть так. Ну, я не вижу. Оно так работает, да. Я в смысле, все, подошел, сейчас сундук открыл, но он мне не вылезло в групповом луте, разрол вот этот. Ну,
Ну пусть просто разролят, да и все. Нет, ничего не надо, да, я так понимаю? А там так, кольчуги нет. Две упало, и тут топор я... А, ну, топор под Иван ушел. А, все, ты забрал, что я занизил, да. Что, думаю, ты не можешь. Не, не, я мог. Трофеи есть у кого-то? Да. Ну, четыре трофея. А где они вообще есть, эти трофеи? Да сундука. Все уже разролили. Может, вообще? У меня тоже ничего не выпало на разрол. Давайте попробуем еще второй рейд собрать. Я думаю, Коба, может. Тебе нужна? Нужен грудак? А, да, нужен. Ну, стой, давай пойти. Может кто-то шаману тотем один дать? Mm-hmm. Ой, блядь, трофей. Держи. Тотем дайте шаману. Так, захожу я. Спасибо. А Рэпал 232 пойдет? Шепард, сейчас посмотрим.